Каспийский двухлетний ребенок упал со второго этажа торгового центра. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в Следственном комитете республики. Падение произошло через неогороженный проем между этажным перекрытием и окнами фасада магазина. В результате мальчик получил тяжкий вред здоровью. Как стало известно, при вводе в эксплуатацию торгового центра собственник не учел правила безопасности, позволяющие исключить подобные ситуации. В настоящее время устанавливается виновное лицо для привлечения к уголовной ответственности.